Предварительно установлено, что злоумышленник посещал различные регионы Поволжья. Он приобретал большое количество сим-карт с абонентскими номерами, которые ранее принадлежали другим абонентам. С их помощью он получал доступ к чужим учетным записям на едином портале государственных услуг. Через личные кабинеты предыдущих владельцев телефонных номеров злоумышленник оформлял на их имена займы в микрофинансовых организациях. Полученные денежные средства поступали на банковские карты подозреваемого. В июне 2024 года мужчина был объявлен в федеральный розыск. Уклоняясь от органов следствия, он активно принимал меры конспирации, менял телефоны, не появлялся по месту регистрации, проживал на съемных квартирах. В настоящее время злоумышленник проверяется на причастность к совершению более чем 500 аналогичных преступлений.